Всем огромный привет, друзья! Ну что, сегодня буду готовить котлеты. Но не просто котлеты, а на просторах YouTube я нашел очень интересную, ну скажем так, и подачу, и способ приготовления. Сегодня будут у нас котлеты вот в таких чашках. Ну представьте, как это прикольно, красиво и необычно. Удивить даже своих гостей, друзей, родных и близких. То есть сегодня готовим их в этих чашах. Ну а для начала нам нужно приготовить фарш. По фаршу все будет классически. Я считаю, самый вкусный фарш это свино-говяжий. Поэтому у меня сегодня вот такие два замечательные кусочка свинины. Я взял шейку, чтобы был посочнее наш фарш. И говядину. Здесь у меня по полкилограмма. Приступаем к приготовлению фарша. Для начала нужно нарезать нам куски, которые будут помещаться в мясорубку. Итак, мясо нарезал, лук нарезал. Также мы для фарша будем использовать хлеб, и нам нужно замочить его молоком. Ну вот и все, все ингредиенты подготовлены, можно приступать к приготовлению фарша. Итак, мясо я перекрутил, добавляем специи. Добавим сушеный чеснок, копченая паприка, черный молотый перец, и сухая аджика. Хорошенько посолим. Пару щепоток. Добавим одно яйцо. И добавим размокший хлеб. Ну и теперь все хорошенько вымешиваем. Все, друзья, 5 минут работы. И наш фарш готов. Теперь нам нужно подготовить яйца. Разбиваем 3 яйца. Слегка подсолим. И хорошенько взбиваем. Ну а дальше, друзья, самое интересное. Время отняло у нас только приготовление фарша. Теперь все делается очень легко и просто. Для начала наши чашки смажем растительным маслом. Ну, чтобы потом, когда приготовим, нам легче было их вытаскивать отсюда, котлеты. Теперь берем фарш. И отправляем его нашу чашу. Ну и дальше фарш нам нужно распределить по стенкам нашей чашки. Вот такие формочки у нас будут получаться. Далее кладем сюда сыр моцарелла. Пару кусочков и заливаем яйцом. Ну вот и все, наши котлеты с начинкой в чашках готовы. Теперь мы их отправляем в духовку на 30 минут при 180 градусах. Друзья, 3 яйца мне не хватило, я еще разбил 4, то есть как раз получается в одну чашку вмещается одно яйцо. Все, отправляем в духовку и ждем 30 минут. Ну что, друзья, мой любимый долгожданный момент. На камеру я показал, как это сочно, как это выглядит. Теперь нужно попробовать. Друзья, это просто бомба. Это очень сочно, это очень вкусно. Сырочком моцарелла. Ну, как я и сказал, увидел это я на просторах YouTube. Решил попробовать, делал первый раз. Результатом очень доволен. Получилось очень вкусно, сочно. Ну и получается у нас это как бы и котлеты с начинкой, еще и с омлетом. То есть это можно сделать как и
ну, хороший сытный завтрак, потому что, ну, понятно, фарш можно с вечера приготовить, а готовится очень быстро. Можно и на обед, можно и на ужин, можно и на праздничный стол. Наверняка ваши друзья и родственники останутся очень довольны такой подачей. В принципе, можно сразу кушать и отсюда. Взял так в чашечку и сидишь, кушаешь. У тебя здесь и омлет, и сыр. В роликах, кстати, видел я в Ютубе, добавляют еще помидор. Но я не стал добавлять, по желанию, пожалуйста. Зелень можно добавить, то есть тут уже ваша фантазия. Ну а сама подача мне понравилась, вам, надеюсь, тоже. Если понравилось, пишите комментарии, ставьте лайки, не забывайте подписываться. А я вам говорю, до новых вкусных роликов. Всем пока, друзья.